Можно вкачать, а можно не вкачать. А, стоп, теперь же можно выбирать. Да. А куда мне выбрать? Что лучше? Что важнее в этой игре? Что золото это за... важно. Что это за серебряные монеты? Зачем они? Серебряные. Ну, какие вот серебряные? Серебряненькие. Или что это? Ну тут золото и другое, блин, ну что трудного понять, а? Золото и другое? Да. Выбирай, что больше. Издеваешься? А, блин. Ну так бы и сказал, это опыт. То это опыт, да? Да. Я могу себе опыт. Да, точно, полоска опыта движется. Я, наверное, все в опыт буду качать. А золото и так будет добавляться, фигли. Ну да. Опять почта. Меч улучшенный. Теперь меня все хотят друзья добавлять. Я хил от бога. Почему? Ну ведь ты хил, вот тебя и все добавляют. Да, хил от почему бога. Почему бы и нет? Так, зато если я создал, короче, какую-то шняжечку, сейчас одену еще. Так, вот еще у меня. Вот они. Я же говорил, вот на локотнике. Хил всем нужен. Вот они тебя и добавляют. Угу. Скотина. Почему мне не добавляют? У меня чего-то. А, остановить, у меня не было чего-то. Я хочу, чтобы меня тоже добавляли. Что там за донатскую эту? Купить. Где-то новобранцы. Так, во, эликсиры. Во, эликсиры, пожалуйста, короче, надо. Создание отменить уже нельзя, да? Что? А, понял, это ресурс потом выбить. Ну ладно, пусть пока создается. Тут, короче, даже если тебе не хватает ресурсов, то можешь, короче, чтобы она делала до определенного момента, а потом, если накопишь, то она доделает потом. Да. Прикольная вообще схема. Так, я хотел банки себе. Блин, а где мне взять обменять ресурс? Как я могу обменять? Ставим. А, вау. Что за кристаллы? А, нет, кристаллы лучше не обменять. Эликсиры маны. Зачем мне эликсиры маны? Мне сейчас надо нормальное что-то. А мне не помеш. Ну ладно. Мне не помеш. Так, а что тут есть? Ткань. Я вообще нифига сейчас не могу создать себе. Ну я вот сейчас себе наручи одену и буду тащить. У меня мастерство будет просто. Ну да, наручи, на да, наручи. Ну да. Ты что думал, я так. Я даже наручи типа не одену, да? Нафиг тебе знать. У меня войлочные наручи еще есть. Это надо одену эти наручи. Сильно много качать. Так. Я теперь в хил вкачу. Так, а ну я сейчас, значит, сделаю вот так вот. Нет. Сейчас подожду, пока эта фигня прокачается. Персонаж. Во, сейчас попробую вот за этого вот чувака. Бог, я готов. Тут какой-то спамит. Так, кто примет это тут? У меня все. Вау. А вот что этого я должен затащить? У меня все профили. Да я тебя приглашу в клан, ты чё? О, ощущение. Тут еще эти. Количество вложенных талантов. А, это, наверное, общее количество вложенных талантов. Блин. А прокачивать можно, да, говоришь? Че? Че ты там? Толик? Это ты? Толик Овер? Это фанмен, это ты? Да. Ты задолбал, какого он уровня? Четвертый. Ну и все, не выпендривайся. Я не выпендриваюсь. Выпендривайся. А, знаешь, у тебя там еще камушки есть такие? В предметах. Да, вижу, че. Это можешь их вставлять там, короче, голубенькие это дают эту ману. О, а куда их вставлять? Или надо? Нет, ну, короче, посмотри там. А, понял, сейчас все будет. Сейчас. Да, а их потом можно же вытаскивать, да? А, я не помню. По-моему, да. Да можно что-то. А зачем золото? Можно просирать его сейчас? Да. Но не сильно. А, у меня нифига нету, я бомж здесь. Красавчик.
Вон комплект первого уровня, комплект четвертого уровня. А зачем уровня разбивать шмотки? Ого, слышишь, 30% скидка. Ну зачем шмотки разбивать надо, чувак? А это я не знаю, я еще их не разбивал. 30% скидка на седьмой уровень. Говоришь, вытягивать потом можно их, да? Да, тут, короче, дают оружие какое-то любое. И пару вещичек. Чё-то жестко. Так, небо и на ману еще что-то. Твари. Падлы скотины. Каменная резать. На, нахер эти шмотки качаю, они херовые. Блин, торможу. Тут же есть шмотки покруче. Мастер блокировки. Примерочная. Вот это вот. Блин, кольчуга. Седьмой. А, я вспомнил, что еще. Щетина вождя. У меня куплена щетина вождя, что? Не понял. Погнали! А, ну ты готов? Ты готов? Ну ладно. Готов, да? Теперь я буду. Да, я готов уже. Ну все, погнали. Теперь я буду этот. Чё ты сышь? Защитник. Это, блин, сышь. Надо... Ядерная пушка, да. Это руку перебонтаю. Кстати, перебонтаю. Перебонтаю. Чё тебе опять с рукой? Да, это излишки. Излишки. Смайлики, Аристотель, 666 или БББ. Вот. О! Слышишь, там руководство по крафту есть, что? Ты не видел. Получай больше опыта, плюс 30 осталось. 7 часов. Не понял. Слышал, Бендера гейм был. О, слышишь? Mm. Чувак, а я в эту карту не играл. Осада болотного форта. А, чё, уже нашло? Да. Форт будем какой-то, наверное. Сейчас ломать. Всех порвём. Сейчас всех... Мне в этой игре нравится осада. Вот это вот реально прикольная штука. Там за пушкой можно сидеть. Вот. Вот у меня сейчас полезный класс. Очень. От пушек будет защищать. У меня вообще не полезный класс. У тебя там тащерский. Мой самый тащерский, да? Ну да. Твой этот. Только так всех. Меня только так. Я хил. Я слабый хил, который прячется за спинами других и хиляет. Да, тут один вор, короче, самоубийца. Я тоже хочу. Жека, я такой, вау, как высоко. О, слышишь, я не знаю эту карту. Мы тут с орком в кустах лежим. Ты появился? А, это нас сейчас будут атаковать, короче. Блин, надо немножко не туда прыгнуть. Ты упал? Ты убился? Ты убился? Тут, короче... Да. Тут, короче, чувак, наверное, увидел, как я прыгаю, такой думает... Да нет, вроде нормально. И такой думает, надо прыгнуть за ним. Вот я, где ты? Вот я. Да все нормально, теперь это нормально. Вот, у меня такая штука есть. Стоп, а где ты? А, слушай. Так, Чё? Это ты танк, да? Да. А орк твой берсерк, да? Угу. Крутой этот самый. Угу. Там что-то за месяц еще начинается. Нихера ты его срезал. Он тоже месяц так нехило. Ты его срезал, конечно. Ну, не срезал, да резал. Вот так вот, например. Ну, давай. Я тебя хиляю, ты их сейчас всех разнесешь. Я надеюсь. Ага, сейчас они меня разнесут. Так, ладно. Делаем так. Я ману просрал все, поэтому все. Чувак. О! Если он сейчас... Никакого отхила. Добил меня. И ты знаешь, в лес такой, а, убьё. Ты вообще упал. Да. Стоит. Упал. Я не буду в бой, хил вообще в ближнем бою никакой. Только хилит и все. Оу, вот если у него добивающий удар, то это все. Капец, тут мясо.
Мы за какую тим опять играем? За, за синих. Синих. Сейчас я кадил разожгу. Это не надо. А, он телепорт. О, жестко, жестко, жестко. А, дура тебя на. Я ключ. Вот так вот могу пройти просто. Не, ну тащил тебя как мог. А, короче, первая точка наша, а вторая и третья их. Поэтому все плохо. Да, да, да. Ой, чё это за орка бегает? Слушай, не, мы красные. Мы красные. Оу! Мы красные. Да? Угу. Окей. А, не, господи, а, блин, да, мы красные. Всех. Да падла я. А где ты? А, ты сдох, лох. Все, жду шестого уровня. Ты должен держаться возле меня. Что шестого? Все, видишь, я валяюсь. Видишь, подбей мой щит. Ой. Щит, окей. Давай. Нет, не меня. Оп, порошочек. Ого, что ты кинул? Порошочек. Это запрещено. Употребление таких товаров запрещено. Нет. Да. Нет. Тут мы уже нижнюю точку захватываем. Чего ты боишься? Чужая, это своя. А чё я замерзаю? Стоп, это же синяя. А, мы... Боже мой, меня убили. Красная. Понятно, чё я замерзаю. Что... Потому что я замерзаю. А, мы ещё ниже оказались. Нет, отстань от меня, дура. Вот здесь мы сможем оборону держать, пожалуйста. Скажи. Она пристала ко мне, мужики! Мужики! Ко мне дура пристала, мужики. Чё она ко мне пристала? Я такой, нет, ты не убьёшь меня, овца, пока. Просто тролла. Затроллировано. Да. Она гнала, гнала, она такая кидала в меня какашки, такая, я убью тебя, гребаный хил. Я такой, ноп, и спрыгнул с ног с высоты. Идеально, да? А где ты? Я на точке. На самой пос. Стоп. О, господи, почему их так много? Я тот, который валяется. А, нет, ты вот он, ты жив, ты чё? Я тебя захилил. Я вас всех не захилял. Тут бог. Ща, порошочек подкину. Ща, бегу, порошочек подкинул, короче. Всё. Да давай убей эту мать. Мелкого, мелкого, чё ты не убиваешь? Типа должно быть круто. Чё ты мелкого не убил? Ты чё их не убиваешь, а? А-а-а. Ой-ой-ой, тут, короче, всё плохо начинается. Нормально. Все плохо. Нормально. Относительно. Слышишь, кто-то завыл? Да-да-да. Это означает охота на тебя. Или на кого-то из нас. Так, стоп, у нас три точки, это хорошо, конечно. А где очки вообще, где что? Что за херня? Нам надо просто удержать. Чувак ворвался. Видишь там чувак добивающий? Вот этот вот офигенный удар. Просто подбегает и добивает. Вот, если... Нет, ага. Нет! Вот. Он чуть не использовал этот. Нет! Использовал? Нет. Тут. Повезло. Еще жив. Ну потому что я тебя хиляю. Или с одного удара убивает. Он с одного удара убивает сразу. Слушай, чувак, у меня. Нет, нет! Как, нет. Как я сдох? Меня выкинули в болото, я всплыл. Видишь, я люблю этот удар, знаешь, он даже перезарядки не требует. Видишь, я кадилом к тебе тянусь. А я лежу, загораю, короче. Я вижу. Смотрю на небо, знаешь, такое. Да мы все смотрим на небо. Небо. Сейчас я порошочек подкинул. Телепорт. А, да, тоже использую. Ой, что-то тут опасно вообще. Я встал. Поле мое. Какие-то мужики за нашими гонят. Ой, он убил его. Ну, сука. Твою. Он обоих убил. Слышишь? О, наши респанулись, такие тренды даем им. Я тонул, я утонул. Че, сдох? Ну, он меня в болото кинул, я утонул. А, да, там умирают быстро. Жестоко. Мне кажется, да, потому что здесь пузырьки какие-то не злокачественные, не доброкачественные. Не злокачественные. Не злокачественные. Представляю себе, знаешь, злокачественный пузырек. Ну нет, дура, нет. И все, знаешь, сюда идут, вот зачем. Супер лечебная кадила. Она на обстрел ведется, там дохера этих. Я иду, хопа. Он дохера чуваков с пушками там обстрел. Я держу этот щит. Ты держишь? Щитяру держу. Ну чё ты, блин, а, всё, мы слили его. Я тебя, дурочка, захилю за это. Вот этот урод. Тебя захилю. Куда ты бежишь назад, придурок? Я тебя хиляю, куда ты бежишь? Иди.
тупой. Тупой. Так нет, 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 только не вырубай меня. Ай! Не... Тут огненный дождь какой-то. И убийца. Огненный дождь. Нет, ты не убьешь ее, отстань от нее. It's огненный дождь. Отстань от нее, сейчас порошок включу. Порошок. Порошок. Порошок, спаси этот мир, порошок. Я думал, меня в траву откинули, а меня не в траву откинули. Я не знаю, что у вас там творится, но я этих дурочек хиляю, и норм. Сейчас. О, хорошо. Меня убили. Меня прям, знаешь, так понесло. Да я вижу, тебя выкинули. Кого хилить? Кому нужен хил? Тебе нужен хил? Ману похиляю. Эй, а чё мне мана сожглась так быстро? Кто мне мана сжёг, сука? Признавайтесь. Привет. Ай, да опять огненный дождь этот сраный. Я иду, короче, хоп. А, у меня, наверное, ман не сожглась, я, наверное, пока этот котелок зажигал, он же тратит ману, да? Нет, он ману не тратит, он тратит этот вот желтый пузырек. Не знаю, за счет чего он. О, нет, парень, ты выживешь, ты красный. Не умирай. А, он банку выпил, красавчик. Нахера я тогда тебя хилял. Ой, я живу, пока живу. Да ты нормально, у тебя хп все зашибись. Вот этот урод меня бесит. Прорывайтесь просто. Туда, вы сейчас сдохнете. Короче, я пошел. Я прорываюсь туда. О, нет! Я к тебе тянулся, как мог. А ты где? Ты сзади был? Да эта дура ко мне пристала опять кончена, я ненавижу. Ну, я просто напал на них, знаешь, ворвался. О нет, его убили, его зарезали. Ты господи, почему она такая конченая? Станет мне дура. Я знаешь, лежу такой, ага, а сольки не найдется. Ну блин, откройся, портальчик. И хочет тварь. А кто тащит-то? Мы? Они. Как это? Мы же красные. Но они как бы захватывают, а мы оборонять должны. Все равно наши. Ай-яй, жарит. Ты куда побежал? А, от обстрела я бегу, чувак. Слушай, обойти можно как-то? О, их можно обойти, чувак, я их обхожу, да, короче. Да, я вижу, я бегу за тобой, дайте похиляю. Чш-чш-чш-чш. Все, пошли. Пошел бы. На! Убили их? О господи, да убейте же этих гномов. Он сейчас меня сольет еще. Минус. О-о-о. Главное, мы снесли то, что. А, ты тоже сдох. Да. Ну, да. Там они нас ждали. Ты не знаешь такие, На. О, нет, я к этой дуре тэпнулся. Ноу. Какой. Сейчас меня в спину просто убьют меня. Да. О, какая же она, сука, эта ледяная. Я буду кидать в них камнями. Эти ледяные суки бесят больше всего, да? Угу. Они не просто замораживают, они очень сильно замораживают. Да. Наша раскорячилась, упала. Так что не знаешь, что-то здесь нечисто. Я постучал по щиту и побежал. Помощь Бурату надо. Да, надо заварить. Сейчас заварю чайку. Последние просто банки пью. Ой, тут, короче, орка пришла, психованная. Это дура опять пришла, слышишь? Нет, я спасу тебя. Ой, она лол, она в портал прыгнула. И все носит. Не бегай за мной, она хочет меня на это, понял? Я всех спасу. А, это вижу. Я вижу, как ты сваливаешь. Вон она там, смотри. Сейчас забегает. Я тебя захилил, я тебя полностью захилил. А я в нее покидаюсь камнями. Сейчас я чаек заварю. Все. Чаек работает? Да, чаек работает. Зашибись. Блин, да, тут, тут орка. Тут орка, убейте орку. О, нет, он красный. Нет, парень. Ох ты, нет, я не... хелп. Хелп. Ох, там их много. Бежи, Жека, беги оттуда. Ох, он с тобой погнался. Да я вижу там хера, отстань от меня, придурок. Я живым не дамся. Я догоню. Я живым не дамся. Я иду за тобой. Стой. Он тебя убил? Нет, я спрыгнул в воду сам. Иди сюда, тварь. За мной толпа такая бежала. Там, короче, наверное, в Nvidia один или два человека и два орка такие за мной бегут, знаешь. Я все-таки отомщу. Я просто в воду заныкал. Ну как заныкался. Ну, можно считать так. Да, заныкался, да, конечно. Это типа был режим стелса, да? Да-да, стелса в воде. Ой, там, цветки насилуют. Эй,
Я тебя спасу, паря. Ой, господи, тут смотрю глубоко. Как мы туда попало все? Меня вынесли. Да ну, бывает. В жизни всякое бывает. А, мост поставили, вау. Где мост? А тут, к этой точке. Мне пришлось прыгать и умирать. Я красавчик. О, побежали. А что ты за цветки слышишь? Они атакуют, короче. Я хотел чувака спасти, прыгнул к нему и утонул. О. Ой, больно, кусают. Да, не очень больно кусают. Чай, короче, заварю чаек, и мы посидим, чай попьем. Слышишь, только укуси меня, тварь. На, съешь. Да хватит меня кусать, дура. Там побежал. Да я хватит. Да я хилю, не ссы. Я ухожу от них. Они злые. А, ну да, нам тут уже... Не, нам точку надо защищать. Нам надо защищать, но я их задержу. Ой-ой-ой, откуда это появился придурок? Ты сдох. Нет, это морозная дура. А воскрешать можно хилом этим? Потом только. Потом. Можно будет, да? Тихо. Так можно будет, чувак? Я не знаю, я за хила никогда не играл. Ой, капканы, это свои, чужие. Походу можно будет, но ты же хил как бы, это норм. Или нет? Или это будет по-читерски, фиг его знает. Не знаю. Не, ну надо там, чтоб с жестким откатом. Ну я да. Я спасу тебя. Я умру, но я спасу тебя. Да я тут это разбираюсь. А, с парнями. Ах ты, сука, я же отбежал, падла. Как он мне в спину попал? Гниль конченая. Ай, цветок, боль. Нет, не ешь меня. Где вы, пацаны? Я сейчас чайку заварю и посидим тут, нормально. Тут килька бежит. Чаёк, сейчас чаёк будет. Сейчас чаёк заварю. Чё? Тихо. Чаёк. Вон он. Я за ним, короче. Эта тварь меня бесит уже. Чаёк. Блин, чё он кидает? Щит. Что за херня? Убейте эту ведьму. А, убей её. Нет, только не добивай, пожалуйста. Только не она слабая, эта ведьма. Хоть она и крутая у неё. А меня тут бьют, короче. Стой, а где ты? Я тебя не вижу. Да я сзади, я вас тут прикрываю. Ой, сзади. Ой. Ой. Надо бежать. Погоди, я отойду. Если понадобится моя помощь, стучите в гонг. О нет, мостик убрался. Мостик не, сука, за что мостик убрался? Мостик убрали или убрался? Я не знаю, но он убрался, мы сдохли. Сейчас синие захватят точку из-за этого. Зашибись. Да. Так, я не знаю, так кто победит, кто побеждает, кто победит. Да победят, они просто чаек заварю. О, не, мужики, вставайте. Мужик. Нет, одного слили. Блин, у него скилл, походу, этот, который ты говоришь. Какой? Блин, они всех после добавили. А, добивающий? Да. Эй, чувак, иди. Шапка. Быстрее! Тут меня насилуют! И тебя насилуют, парень! Ты сошел с ума. Тебя бьют. Блин. Мужики, не надо. Отстаньте от меня. Почему вас так много? Отстаньте от меня. Пошли в жопу. А где все наши? Капец. Наших нету. Наши все вымерли. И ты зашли в хусиной бегит. Отстань от меня, тварь. Я живым не дамся тебе. Гнида ты тупая. Чтоб вас всех похоронили в болоте. Ааа, щит. Наши все вымерли, да? А, у нас война на другом месте происходит, оказывается. Вот оно чё, Михалыч. Кого хилять? Что захиляю вообще, как бог? Захиляю сейчас, пацаны, захиляю. Травка. О нет, тут, короче, убийца. Беги, дура, беги, глупышка. Я его сейчас кадилом. Иди сюда, куда ты, тварь, побежал? Ты кадилом сейчас, сука. Куда же ты бегаешь? О, блин, сдох. Тебя сейчас кадилом, и меня сейчас... А, я жив, окей. Тогда чаёк заварю и буду кого-то хилять. О, это плохой. И он плохой, дядька. О, господи, везде плохие. Ах, сука, расстреляли педики.
Сплошные педики вокруг. Вообще забаррикадировались ублюдки. Погнали! Давайте! Давайте, погнали! Вот. Может, надо все-таки взять очищение. Так бы хотя бы очищал. О, блин, ее убили, я даже не заметил. Ну, бывает, чё. Ща я тебе аватар полечу, будешь героем. Правда, тут убийцы сзади. Чё-то, хоугос. Что за херня? Я тут... Вы проиграли? Да. Отлично, просто. Я думал, мы выиграли. А сколько тебе дали? Чего опыт дали? Ну, не опыт, а очков. Мало? Мало. Я на предпоследнем месяце, я не знаю почему. Потому что я умирал часто. Самоубийство, наверное, делал. Так, все в экспо, хочу все в экспо. Ты не прокачался? Ну, мне до 5-го чуть-чуть осталось. Я сейчас буду выходить. Ну окей, давай. Ну только сейчас сделаю одно. Одни вещи и все. В кузницу. Все, в кузницу. А. Не приостановлено. Так, я тогда хочу вещи фигарю и все. Чего? Вещи делаю. Сейчас сделаю вещи. Вот, по-моему, синий камень. Это типа... нет, это синий камень. Увеличивает да. Здоровье. Золотая руда. Вот, обменяю одну золотую руду. И вот продолжаем тогда. Так. На коленнике. Ага, что так долго делается? Блин, нужна везде кора. Коры фигушки. Ну ладно. Кора, кора, кора. Да, все из коры у меня делается. Ужас какой-то. На кора. Ты ж корявый. Да. Это да. Так, создать медный слиток. Знаешь, я же хил от бога. Ну там можешь посмотреть, пока в алтаре что у тебя есть. Да, какие там у тебя скиллы есть. У меня какие-то гребаные скиллы, последняя цепь, неуязвимость. Ого, таран, удар щитом. Тут прокачка идет у меня. Так, а, тут кузнечное дело, еще можно прокачать. О, порошок маны. Восстановит ману ему, его союзника поблизости. Восстановит ману плюс 6 секунд. А, желтенькое это классовые очки. То, что тебя спрашивал. Походу. Так, тут еще есть жертва. А, при смерти союзника появляется аура. Может, еще время действия. Офигеть. Тут, короче, я могу бафнуть одной херней, чтобы когда ты сдох, твой труп всех освещал, там, помогал и лечил. Ого. Чё так опасно, слышишь? Опасно, да. Порошок силы. Паладин разжигает в кабине порошок силы, ускоряющий все действия. Чтобы мой труп всех освещал. Да-да-да. Суровость. Тут... Во-во, воскрешение. Паладину видны души, которые еще можно спасти после смерти тела. Все погибшие соратники, находящиеся рядом с паладином, вернутся к жизни после проведения ритуала воскрешения. Это много, это много требуется. Ты сможешь? Да, я могу. Оживлять? Нет? Да. Я тебя буду рака оживлять. Толик? Что? И ты сможешь потом оживлять? Да, я же говорю, тебя рака буду воскрешать. Рачину. Глупую рачину буду оживлять. Я просто не мог затащить, у меня не тот класс, не тот персонаж. Что за магический камень? Что зачем он? Мистический камень, точнее. Мистический это где-то видишь? А, он для обмена специально нужен как раз. А, ты в ресурсах лазишь, блин. Все, у меня через скорость создать. Так, это я. О, у меня какой-то еще камень выбился. Я тут в кузнице балуюсь. А че он за энергию дает 15? Че для энергии? Это ж не мана. Где да? Ты видишь? Ну камень дает энергию. Какой камень? Ну как, которые вещи вставляешь? Вот, он дает 15 энергии. Вот там он. Там он разные есть. Энергия персонажа. Здоровье увеличивает. Для... А, это для... Энергия это для маны. Нет, не для маны.
Мана это, мана это мана, а, энергия это для бега. Да, я все понял. Да. Мана там есть еще называется? Один камень. Блин, забыл, как называется. Нет, все-таки забыл. Че ты забыл? Как называется. Все, ништяк. Так, что это такое? О, я могу это одеть уже, что он дает. Он дает много чего хорошего. Оно где-то сейчас будет создаваться и... Ты, ты же не будешь качаться без меня? Парень. Просто стрёмно. Иди прокачайся, но до 6 уровня. Да не буду я играть без тебя, чё ты хачку. О, отлично. Смысл одному играть? Скучно одному. Надо вместе угорать. Падать, убиваться. Да, самотопиться. Я жестко, она такая бегит за мной. Такой, нет, сучка, нет. Я тебе хотел помочь, а ты, блин, взял и утопился там. Я думаю, ну ладно, че. О, смотри, тут, короче, есть вот целительство. Оно мне... А, здоровье и мастерство повысит. Я думал, ману повысит. Короче, я могу порошок потом... Вот сейчас я порошок кидаю, он восстанавливает ХП, да? Угу. А этот будет, короче, ману. Так, стоп. Короче, у тебя там скиллов дофига. Не так, чтобы так. Слабенько. Побаловаться можно. Да. Так, подумаешь там. Но зато вот эта вот жертва, прикольная тема. При смерти союзника появляется аура. Время действия 5 секунд, конечно, но зато мощность лечения 502. Это что, она повышает лечение или хилит всех? Так, паладин благословит своего союзника. При смерти благословения. Вдруг у него появляется целительная аура, восстанавливающая... А, так она восстанавливает ХП всем, если рядом сдох. Так это очень круто, слушай. Это прикольно. Это очень полезно. Я сдох. Сколько она висит? Оно 30 секунд висит. Я, допустим, покину на кого-то, да. Смотрю, у кого-то ХП мало, думаю, кину, пусть сдохнет. Чтоб остальных похилять. Ну ладно. Я такой буду добрый хил. Ладно, давай, пока. Давай, спокойной ночи. Добрый хил. Да. И, дорогие зрители, на этом тоже все. Спасибо за просмотр. И спокойной ночи.